Звука нету, да? Здравствуйте. Я вас не вижу. Сейчас, может, вы меня поймем. Слышите? Увидели? Нет, вы меня слышите, нет? Да, хорошо слышу. А видите? Вижу. А, все, вот вижу. Здравствуйте. Рассказывай, что? Настойчивая такая. Ага. Да, очень плохо. У меня вот это правое ухо, глаз. Я сейчас перемотанная, спина, лопатка. Всегда перед критическими днями, уже 10 лет я так болею. Мне не могут помочь врачи. Мне не может помочь спорт. Мне сейчас плохо. Ну, давай, хорошо, давай, выдыхай. Ну, так, молодец. У меня глаз болит сейчас сильно. Давай, давай, выпускай. Вот так вот просто, давай. Я сегодня выпила 6 таблеток. Зачем? За полдня. Для чего? Обезболить. Давай, давай, пиши. И правую лопатку. Мне плохо. Мне очень плохо. Давай, давай, пускай. Вот так, давай, давай, и рот не открывай. Вот она. Ага. Давай, давай, давай. Отпускай. Ага, клёво. Не сглатывай, сплёвывай, я тебе сказал. Вот так, еще. 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 Мама! 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 Выпускай. Мама! 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 Выпускай, выпускай. Мама! Давай, давай, пошли. О, мамочка! Выпускай, твою мать, не читай, я тебе сказал в комментариях. Нет! И мама! Мама! Игорь, мне плохо очень. Выпускай. Мама! У тебя что с мамой? Я все равно родилась, но недоношенная. Выдыхай и дыши глубже, недоношенная. Давай, глубже вдох.
Мне плохо, почему это внутри так Выпускай. больно? Да. Давай, давай, еще. Дальше. Еще ори. Еще. Вот так, давай, 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 еще. Вот, давай. Выкашивай. Еще. Ага. Блевани, если получится. Вырви, если получится. Давай еще. Давай, еще. Мне что-то хочется через горло вырвать. Вырви, я тебе сказал. Хочется. Мне чуть-чуть спину отпустило. Конечно, отпустит. Поставь телефон сейчас так, чтобы ты его в руке не держала. Иди в туалет. Бухаешь ты, нет? Что? Бухать умеешь? Нет, я не пью вообще. Совсем? Поставь Совсем. Телефон, иди блюй. Потом пригодится навык. И отключаюсь или мне не нет, отключаюсь? В эфире будь. Ты можешь с собой взять, мы послушаем. Но этот... Не надо. Извините. Ну, оставь нас где-нибудь. Иди сама, потом вернешься. О, коллеги. Зара, привет. Это инфантильность немножко, мне кажется. Это, конечно, есть загоны там с мамой, поэтому и левый глаз у нее, и левое ухо. Это все вот. Ой, Ирина, привет. И поэтому так. Но она это придумала себе, как вот там нежеланный ребенок. Она за это просто зацепилась. Я не знаю, как она узнала, может, она на родовые какие-то расстановки ходила. И там сказали, но и она потом уточнила маму. Но это такая, знаете, ее спасительная такая штучка, чтобы манипулировать мамой. Это ужасная вещь вообще на самом деле. Конечно, там мама тоже, скорее всего, манипулятор, но дочь, она тоже такая. Слизь вышла? Слизь вышла. Ага. Как себя чувствуешь? Слабость. Еще? Тошнота. Ну иди и... блюй. Ага. А, не блюется. И? Не блюется, и у меня сильно спина болит вот здесь шея. Ага, тебя и... зовут как? Мира, нет, да? Гульмира. Гульмира. Ты всегда всеми так манипулируешь, скажи? Ну, я добиваюсь своего. Я понимаю, но ты добиваешься манипуляциями. А каким способом я еще могу вызвать любовь Два к себе? Два пальца пошла и блевани, я тебе сказал. Должна гортань прям расшириться, у нее должен прям вывернуть ее. И когда ее вывернет, она прям, вы увидите по глазам, как она изменится. Вы поймете, чего я добиваюсь. Я строгий. У меня, знаете, у меня нету середины. Я или очень добрый, или капец, я Гитлер, короче.
Она привыкла, что с ней все мягко, поэтому записаться можно. Куда записаться? В эфир? В эфире не знаю, сколько у человека еще успею. Сейчас посмотрим. Добрый Гитлер, ага. Спасибо. Надо, допустим, это... Меня вырвало. Ага. Ну-ка теперь на меня посмотри, дорогая. Что чувствуешь? Расскажи теперь. Обиду. Обиду. На кого? На себя. На себя. Еще? На маму. На маму. На маму за что мы обижаемся? Нет общего языка много лет. Ага. Вы с мамой живете вместе? Нет, давно уже. Я с 18 лет одна живу. Супер, молодец. А почему такая связь сильная с мамой? Ну, подчинение сильное было. Она властная женщина до сих пор. Ага. Но я отрезала все это. Несколько лет назад. Я не подчиняюсь. Но матери не подчиняюсь. И у тебя мужа нету, ты не замужем, да? Я, насколько понимаю. И детей нет. А тебе сколько лет? 35. Я так понимаю, ты успешная, да? Зарабатываешь, да, сама все, да? Да. Яйца вот такие, два. Дыши. Ну, вынуждена. Вынуждена. И при этом вот эта инфантильность в отношениях, да? Ну, я бы не сказала. Я умею разбираться в мужчинах и в тетях. Да? Да. Расскажи про мужиков. Ну что именно, я не знаю, как в прямом эфире, я лучше придумаю. Я не знаю, ну как рассказать. Ну, мне не нравится то, что вокруг меня. Ага. Какие мужчины попадаются тебе? Ну, в основном, ну, которые слабее меня. Вот. А как ты думаешь, почему? Потому что я вынуждена быть сильной. Но если я не буду сильной, как я буду себя обеспечивать, покупать? Почему, то, что тебе, я хочу, нет, я почему тебе попадаются слабые мужчины? Причина? Что мне первое в голову приходит? Ну, вот что, да. Ну, как мне сказал один мулла, наверное, ты не заслужила сверху хорошего мужчину. Ты должна... получать таких мужчин, чтобы понять и ценить своего мужа в будущем. Но я не знаю, верить этому нет, но как бы, наверное, я не заслуживаю пока сверху хорошего мужчину. Я так для себя ответ нашла. Вот я когда, знаешь, помнишь притчу Адам и Ева, там из этого выгнали из рая, помнишь? Да. Помнишь. Помнишь, там был момент, когда Бог пришел в рай, и их не было, ни Адама и Евы. И он спросил, куда вы делись, или там не ели вы или там плод. И Адам сказал, нам стыдно, мы, короче, голые. Угу. И когда Бог спросил, вы кушали яблоко или не кушали, там, ну, запретный плод с дерева. Что Адам сказал, ты помнишь? Ну, что-то припоминаю сейчас. Ага. Он сказал, что жена, которую ты дал мне, ела, и я ел. То есть я виноват, но сначала вы все пидорасы виноваты. Ага. Ага. Вот. И поэтому очень важно. Короче, на Бога ответственность не перекладывай. Это первое зафиксированное перекладывание ответственности на кого-то с себя. Но, Игорь, ну что я поделаю? Потому что половина Бог Казахстана, не виноват. Весь Казахстан так живет. Женщины вынуждены сами себя зарабатывать и получать то, что хотят. А мужчины сейчас слабые. А жить со слабым мужчином для меня это невыносимо. Пиздишь. Дыши глубже. Я миллион женщин знаю, которые живут за счет мужика. Миллион. Ага. О, видишь, блюешь что-то. Иди, два пальца в рот блевани. Иди, пока выходит. Давай.
Мы все манипуляторы, не переживайте. Растопы, я не знаю, создание. Резко начала телезрение, письма прощения начните писать. Это, знаете, сегодня выражение такое в Фейсбуке прочитал. Смеялся. Хотел его этот в сторис выложить, но не получилось что-то. Интернет оборвался? Это говорит, если ты раздеваешь женщину, и у нее... Сейчас она придет. Как дела? Желчь пошла. Ага, хорошо. Легче тебе? Немного, но голову держит вот здесь. Ничего страшного, сейчас еще блеванешь пойдешь. Я не читаю комментарии, чтобы не лишний раз как не читай, не читай. Не провоцироваться. Не надо. У каждого свои проблемы, и каждый смотри. Понимает друг друга. Подожди. Смотри сюда. Когда ты гармоничная женщина, у тебя 25% женской, мужской энергии, 75% женской. Да. А, меня сейчас? Вообще, я тебе говорю, если ты гармоничная женщина, у тебя 75% женской энергии, 25% мужской. Угу. Если я гармоничный мужчина, у меня 75% мужской энергии, 25% женской. И если у меня идет перекос в обратную сторону, да, и у тебя 75% мужской, а 25% женской, то ты будешь находить мужчину, у которого 75% женской энергии, 25% мужской. Понятно. Ты себе найдешь гармоничного, вот так вы сойдетесь. Поняла. И для того, чтобы найти сильного мужчину, потому что сильному мужчину, вот что с тобой делать, ты мне скажи. Ну, вот, я сожру раз. Смотри, я сильный мужчина, допустим, да? Но сожрать это у тебя эго, это твое. Сильного мужчину не сожрешь. Вот, допустим, я сильный мужчина, мы начинаем с тобой отношения, но ты меня извини, не всем нравится стропон. Немножко не поняла. Понимаешь? Так, мы еще и этот, мы не искушенные, да? Стромпон не знаешь, что такое? Не понимаю, потому что мне так что-то плохо. Ну, ладно, ты порно не смотрела, я смотрю, да? Ну, я не извращенка. Ну, ты эту сторону свою проработай, потому что в 35 лет надо знать, что такое стромпон. Короче, я тебе объясняю. Сейчас кто-нибудь со стороны послушает, а вы за ним объясняете, что такое. Это, короче, такой хер искусственный, который приматывается вот к женщине, и она, короче, мужика потом не имеет. Честно, не знал. Потому что у меня нормально все с ориентацией. Не, я понимаю, но я тебе говорю, в таких отношениях не всем нравится это, понимаешь? Не всем мужчинам нравится, когда его трахают. Ну, понятно теперь. Поняла, да? Да. Метафора такая. Да, поняла. Все поняла. Я вас научу, я порно смотрю. Периодически. Вот. И поэтому, что если ты сильная, что мне с тобой делать? Понимаешь, мне не нравятся такие отношения. Я буду просто тебе бежать. Ну, Игорь, ну а как я должна зарабатывать, да, чтобы себе оплатить те нужды, на котором уровне я привыкла жить? Если я не нахожу такого мужчину, который может это оплатить. Очень важно. Я, допустим, привыкла к хорошей жизни. Подожди, я же тебя не заставляю отказываться от нее. Но почему ты решила, что мужчина не сможет тебе обеспечить твою жизнь? Ну потому что такое встречается, тот уровень, к которому ты привыкла. А? Но встречается тот, который хочет выгоду ищет ко мне, к
к моим каким-то знаниям. Ты потому что привлекаешь, я тебе сейчас объясню. Я тебе хочу твой психотип мужика даже расскажу? Да, хочу. Очень. Хочешь? Это мужчина, который не зарабатывает раз или зарабатывает очень мало. Это очень часто не статусные мужики. Ну, средний статус. Это не тот мужик, который... Это не тот мужик, который тестостероном сморкается. Это очень такие вылизанные, сука, они с лакированными, блядь, этими челками. Да? Они ходят в зал, там что-то качаются, там такие вот, могут быть подтянутые даже. Они всегда где-то с иголочкой. Они долго звонят и поздравляют с 8 марта с днем рождения. Да, они дарят цветы просто так. Дыши глубже. Они завтрак в постель. Есть так. Дыши. Давай, дыши, дыши. Они ну, очень чутко и внимательно трахают. Дыши глубоко. Ага. Но знаешь, в чем беда? Сказать, в чем проблема в этом? Когда ты к ним привыкаешь, они тебя кидают и на деньги, и просто так. Они, нет. Когда ты... Подожди, сейчас услышишь. На деньги тебе, я смотри, не позволяю. Подожди. Ты вспомни все свои вот отношения, которые вот, когда вы разорвались, они. Они потому уходят что... тогда, когда ты к ним привыкла. Вспоминай. А вы знаете, вот, ну, да. У меня был такой роман, ну, как бы он был статусный мужчина. Угу. Просто у меня выбор стоял уехать учиться за границу или выходить за него замуж. На что я выбрала уехать за границу и сделать свое образование, которое сейчас дает мне хлеб. Я училась в... У тебя один мужчина был всего или что? Нет, почему? Я то, достаточно... про кого ты рассказываешь, это не из той серии. А это мой первый мужчина, мне еще было как бы 20 лет. А следующий? Следующий, ну, это были иностранцы, которые очень даже были неплохие, но как бы они такие были, ну, как бы... Оплата такая вот, как бы, вы знаете, как это... 50 на 50. Ага. Да, типа такого. Потом я вернулась, я уже собиралась выйти замуж, уже все, вот как бы мы готовились к свадьбе уже, я вот уже вот-вот. А, но что, вот как бы он свою слабость показал и ложь. Но он был статусный, между прочим. Но внутри он был слабый, то есть мы поменялись ролями, как вы говорите. Я разорвала помолвку, и там я была и проклята, и все такое. Мне было все равно, потому что мне должно быть комфортно. Я себе... Ты разорвала сама? Сама. Помолвку, ресторан. О, ты какой. А у тебя с папой отношения тогда какие? Давай, расскажи. У меня шикарные. А честно? Честно, клянусь. С папой у меня шикарные отношения, он меня поддерживает. А за что ты мужиков-то хуяришь тогда? Я не знаю. Вот сейчас вы сказали, почему я херячу. Не честно сказать. У тебя должна быть внутренняя боль, коцу какая-то. И ты должна будешь мстить мужчинам. Потому что, смотри, тебе попадается импакт, который должен тебя бросить. И ты на опережение его хуяришь. Ну вот, в какой момент это происходит и из-за чего тогда? Я не могу найти. Вот сейчас перед глазами что-то мелькает. Ага. Что ты... произошло? Что я мщу мужчине, но это не к отцу, отец для меня все. Хорошо. А ты там, он изменял маме, что было там? Нет. Нет? Нет. Я не пойму, что-то вот мне, что-то перед глазами какая-то картина, я не могу ее нащупать. Ну, да, сейчас нащупаешь. Какая-то... И, нет, меня не насиловали, это точно. Как бы я бы нет, сразу я не взяла. Про это, но... Да. А, какая-то картина мне вот... Где-то в первом классе. Все, я поняла. Угу. Вот, выпускай. Нет, давай. Меня отдали в первый класс. Ага, выпускай. Нас поставили строиться в столовую. И мальчик, который... Меня поставили, он меня сильно пнул в печень. У меня увеличилась печень, я на 3 месяца. Положили в больницу, и я оставили на 2-й год из-за болезни. Давай, дорогая. Вот так накопали, молодец. Он меня... Но она оказалась больной. Моя мама хотела засудить его мать и этого мальчика. Ну, у них справка была, что он менингитом переболел. Да. Я пробежала в больницу.
родился одна без мамы, нельзя было запускать. Выпускай, ори прям. Еще давай, боль вот эту из груди. Нет, что-то из живота выходит. Давай, давай, выпускай, не рассказывай. Это такая обида. Выпускай, не, не успокаивай. Выпусти. Потому что вообще, вот, ну, вы, если бы вот этой трагедии у нее не было, ну, как-то боли вот этой, то она бы попадалась бы на этих эмпатов. Они бы ее разоряли и нахер вот, вот прям вот это все вниз бы летело. Тридцать пять минут. Мне воротит, идите блюйте. Спасибо. Это привычка, это не помешательство, это привычка, вот, ну, вот. Мне ничего не вышло, но вышла слизь. Слизь нужна, больше ничего не надо. Ну-ка посмотри на меня. Такая белая водичка. Я уже вся опух. Ничего страшного, ничего страшного. Я не знала, что, оказывается, это могла быть такая обида на мужчин. Ты за это и мстишь, понимаешь? Ты же, сука, ну, капец, блядь. Вы не знаете, как я мщу. Я знаю. Всем плохо. Я, а мне нет. Поверь мне, я знаю. Я насмотрелся, блядь, вы очень, сука. Смотри. Я тебе сейчас скажу, извращенней и страшнее, да, изощренней, вот так, не извращенней, изощренней и страшнее мужика-эмпата может быть только женщина-достигатор. Ну, понятно. Вы одинаковые, вы, сука, вот... Ага, иди блюй. Ага. Давай, давай. Мужики, вот когда вот эмпатичные, которые, да, они женщин, сука, вот они просто растирают, блядь, в пух и прах. И чем больше таких женщин, они вот этот, тем лучше. И у женщин-достигаторов такая же херня. Нельзя мужчинами и женщинами меняться ролями. Это очень, ну, пиздец это. Ну, женщина-достигатор, ну, это когда у тебя вот такие два. У женщин-достигатора, если есть ребенок, то он только для себя, у нее нет никого. Она хорошая девочка, сейчас поймете. Сейчас мы с ней закончим, вы увидите ее настоящую. Она очень добрая. И я вообще, в ней очень много этой нежности, в ней очень много вот этой доброты, вы поймете.
Слава Богу, хорошо. Как дела, дорогая? У меня все хорошо, простите меня, пожалуйста. За что? Я что-то не знаю, почему я прошу прощения. Мне так как-то хочется это делать. Хорошо. Вот сейчас ты настоящий. Ага. Я почему-то хочу любить мир. Вот супер. Мне почему-то жалко тех, кого я обижал. Вот это вот по-настоящему. Вот так, друзья. Мне жалко. Всех людей почему-то. Ага. Выпускай. Вы знаете, я вообще очень жалостливая. Я помогаю людям, я же кошек кормлю, собак. Ну это ты такой не страдаешь, дыши глубже. Я даже все подарки делаю. Я никого не обделяю вниманием никогда, чтобы все люди равноправные были. Все получали одинаково, чтобы никто не обделился. Чтобы каждый, даже в углу стоявший, я его всегда вызову, скажу, вот, молодец, никогда не обделю кого-то одного. Дыши глубже. А вот у меня вот так вот как-то по жизни. Вдох, вдох. Выдох. Вот так. Отпустила тебя? Да. Спасибо. Теперь можно я тебе вопрос один задам? Вот ты то, да. Что вот сейчас за последние 2 минуты наговорила, ты в эту хуйню веришь? Нет. Ну как сказать? Я просто, наверное, я понимаю, что мне чего-то не хватает, и я хочу другому дать. Ага. Знаешь, чем ты занимаешься? Я немножко резкий и грубый, ты только не обижайся на меня, ладно? Да, хорошо. Это тогда, когда тебе не хватает внутри любви, и ты начинаешь ее выпрашивать у посторонних людей. А, да. Понимаешь? Ты, вот он стоит ущербный, блядь, это же твоя гордыня еще. Он стоит ущербный, я ему сейчас помогу, ему станет легче. И ты видишь в глазах его там, блядь, ну, я не знаю, благодарность, если повезет. Понимаешь? И тогда ты чувствуешь, типа, это твоя извращенная форма любви к самой себе. Я не знала об этом. Я напрямую не могу, а поэтому вот через кого-то вот так. Поняла? Да. Вот я не против там благотворительности какой-то или помощи там и там это, да? Но вот когда тебя клинит на этом, это патология, это, ну это клиника. Нет, уже. Игорь, нет, я смотрю по ситуации, я не просто так, я знаю цену деньгам, я знаю цену даже каждому какой-то вещи, я здравомыслящая, вы же видите все прекрасно сейчас про меня, как я живу. Вы прекрасно понимаете, насколько я одинока и насколько я в своем, как говорится, тут люди пишут, в панцире. Дорогая, ну, смотри. Да. У тебя последние отношения когда были? 2 месяца назад. Сейчас закончились они? Да, я сама не хочу. Он звонит, но я не хочу. Угу. Хорошо. А когда я ты хочу хочешь новые отношения? Выйти. Ну, я планирую до конца апреля, что я встречу своего человека. Хорошо. Супер. А он где будет? Он из какой страны или где, откуда ты его возьмешь? Как ты хочешь? Я его давно нарисовала, но он живет на 2 страны. Ты так придумала уже? Да. А, ну супер, хорошо, молодец. Глаз прошел? Да, прошел, но и спина, кстати, прошла. Угу. Но у меня горло болит, наверное, потому что я кричала, орала. Это ничего страшного, да. Не знаю, я верю, что я его встречу. Встречу. И очень скоро. Угу. Ты поймешь, когда увидишь. Все пойму. Я, конечно, сейчас хочу, чтобы у меня сейчас чуть-чуть это с деньгами, я хотела на индивидуальный прийти. Приходи. Ты вот, ну, в субботу будет вот этот тренинг. Приди на массовый, какая разница. Потом пойдешь на индивидуальный. Он же доступный очень сейчас, насколько я понял. А, ваш тренинг, который пройдет 14 марта? Вот, да, вот, послезавтра. Я смогу прийти, да.
Приходи, он недорогой, приходи. Напиши руки там, этот, пусть. А вот простите, конечно, вот тут люди пишут разные вещи. Это они про себя пишут? Или как бы меня пишут, но как бы себя видят по мне, или что? Каждый видит что-то свое? Это вообще внимания не обращай, это вот считай, что это мой диалог с ними, и про тебя это вообще никак не касается. Хорошо, я им всем желаю. Вы настоящие. Я к вам, знаете, еще год меня не пускают к вам, год уже. А находятся какие-то причины или еще что-то, то не хватает денег, то вы в другой стране, и я не могла год к вам попасть, вот только почему-то подошло время к вам попасть. Вот, вот видит Бог, я пытаюсь год к вам. И только сейчас, вот, найдя в эфире, вот время, и у меня, и у вас я попала. Это, наверное, пришло время просто. Супер. Я очень благодарю Всевышнего, я верю. Я не делю Бога на какие-то там религии, еще что-то, он для меня един. Угу. И я хочу пожелать вам, что вы, я считаю, что вы на своем месте. Я хочу пожелать вам долголетия и облегчения души всегда. Полет. Спасибо. Спасибо, дорогие. Вы заслуживаете это. Вот такую помощь делать людям. Вы просто не представляете. И я напишу отзыв. Даже не важно, что я попала в Инстаграм или что пишут люди. Я напишу, где нужно там, в Инстаграм. И приду на сначала на тренинг. Я вот сейчас с подругой собиралась. Мы сегодня обсуждали. Просто у нее проблема с деньгами, у меня. У вас стоит индивидуальное, 100 тысяч. Я вам зачем ты это озвучила? Ага. Ну, я хотел этот в YouTube закинуть. Просто потом будут через 5 лет. Вы же сказали, что вот стоит столько-то. Я пожалуйста, не закидывайте. Представляете, меня все увидят. Меня в YouTube будешь, не переживай. Не в Ютубе у меня пока мало просмотров, но здесь побольше. Пожалуйста. Тебя уже 1000 человек видела. Да не 1000, вон я вижу 270. Это кто сейчас в эфире, а в конце, когда я буду выходить, там будет 1200. Я вообще хотела большой просьбой так, чтобы вы удалили мое видео, чтобы я не попала. Нет. Пожалуйста. Почему я должна попасть? Ты уже попала, ты просто не поняла. Нет, почему я должна попасть в YouTube? Ладно, Инстаграм, он там живет 24 часа эфира, а потом уходит. Не-не, это все в YouTube попадают. Да вы что, сейчас весь Казахстан там, блин, будет теперь говорить. Да нет, там у меня 16 тысяч подписчиков, здесь-то 150 тысяч, ты что? Да, в Инстаграме. Может быть, когда-нибудь там оно всплывет? Да не надо. Да. Это же этот плевок в вечность, это в историю попадет. Да не надо. Книги будут писать. Игорь, про нашу терапию. Игорь, не трогайте. Как вспомнить детство там. Я и так не хотела, я хотела на индивидуалку прийти, просто у меня сейчас такая боль, я бы скорую вызвала, если бы вы меня не взяли в эфир. У меня это нормально. Ну, классно. Вон, видишь, говорят, сохранят эфир тоже. Не надо, пожалуйста. Ну, так все, уже поздно, дорогая, все, уже 2 миллиона просмотров, все. Вот такие дела. Ну, классно. Ощущения свои расскажи, что было? Вот как ты вспомнила вообще вот эту ситуацию? Значит, она как картинка пришла или что было? Когда мы с вами разговаривали насчет мужчин, да. Почему я мщу? За что ты мстишь, да? Да. Но сначала у меня перед глазами вот так все мелькало, как будто моя жизнь. Она крутилась. Вы спрашиваете про моего папу. Дай Бог ему долгой жизни с мамой. Я их безумно люблю. Вот, крутилось, что там что-то, может быть, он что-то делал или еще. Ну, все пусто, вот просто прокрутилось детство до нуля почти, там, как я в садик пошла. Uh-huh. Так, теперь меня травят из YouTube. Спасибо, не что поддержать, как бы, ребята, удалите, Игорь, удали, не травят. Ну, короче, вот так не крутилось. И потом, когда, ну, там первый мужчина крутилось, а потом, и вот как будто у меня так ших-ших, как фильмы, знаете, вот как машина времени в голову. Кадры, да? Да, кадры такие.
И они соображают, они сами вот как бы крутятся так перед глазами. И в этот момент у меня выходит кадр, как меня мама проводила в первый класс с цветами. И вот это случилось 6 сентября. Нас построили в столовую. И с мальчиком поставили таким смуглым, который вот мне это... Вот я мщу же смуглым мужчинам. Я их вообще не подпускаю к себе, но я мщу и отрываюсь. Вот. Ну, как бы извиняюсь, конечно, так. И вот он был маленький мальчик смуглый, нас поставили, сказали взяться за руки. Он взял за руки и начал меня как бы дергать меня за руку. Сказал, стой, спокойно. В этот момент он разворачивается, и сильный удар мне в правый, получается, бок, в правый подреберье. И я загнулась, потому что я согнулась, и мне было очень плохо, я заплакала. А учительница, она ничего не увидела, преподаватель, она ничего не увидела, она так и не поняла, что произошло. Uh-huh. Вот. И в этот момент я как бы загнулась и начала реветь, и у меня сильная-сильная боль. Я еле досидела 3 урока, и потом еле дошла до дома. И пришла домой и легла просто пластом лежать. Мама подходит, говорит, что случилось? Я от нее скрывала 3 часа. А потом я все рассказала, мы вызвали скорую, сказали, что гепатит. Увеличилась печень в несколько раз, когда УЗИ сделали. Так как это была как бы инфекция, гепатит, но он легкий был гепатит, там какой-то легкой степени, просто увеличение печени. И меня положили, мне было 7-6 лет, положили в больницу, я лежала 2,5 месяца, и мама приходила каждый день к окну на первом этаже, и мне махала. Потом этот мальчик приходил с мамой. Он просил прощения, приносил фрукты, но я не простила. Но я помню себя так тогда. Мама моя хотела их засудить, то есть в суд подать. На что как бы они показали справку, что он мальчик болен, у него гепатит, что у него что-то есть с головой. И он перешел в другую школу. А я отстала очень сильно от программы, так как я потом вышла, еще приболела. И я не справилась с уровнем программы, так как меня... Вообще в гимназию как бы отдали такую, как бы, где сильно идет интенсив обучения. И я не справилась, получается, что меня заново отправили в первый класс. И я как бы себя чувствовала не очень хорошо. И всю жизнь я как бы на год старше своих одноклассников, студентов и так далее. И мне какой-то был, может быть, и как-то... Вот, наверное, я помнила об этой боли и еще что-то. Мне так кажется. Сейчас не знаю. Но у меня это сразу всплыло, поэтому, наверное. Вот это было. Обида, вернее, на мужчину. Я не думала, что она может. Супер. Ну, классно, что осознала. А то так бы их хуярил, этих смугленьких. Я не знаю, что бы ты в Африке делала, ты там нахуй всех бы, блядь. Коронавирусом заразилась и плевала бы, ходила в лицо бы, наверное. Нет, как бы я не верю в коронавирус, потому что как бы это все, мне кажется, надувательство. Вот, ага. Мне тоже так кажется. Мне кажется, это кому-то выгодно просто. Это финансовая хрень, это, мне кажется, мировые. Да. Я приду в субботу. Давай, я тебя жду в субботу. Да, приду просто даже поблагодарить. Приходи. Там спасибо. Будет интересно очень, приходи. Ага. И как бы пусть меня простят, если я что-то сделала не так. И пусть меня Бог простит. Ты все хорошо сделала, очень классно. Благодарю вас. Пожалуйста. Я желаю вам всего хорошего. Вашей семье благополучия, изобилия и облегчения вашего. Не знаю, почему мне хочется пожелать. Я вот тянет вам сказать полета души. Потому что вы в этом только, по-моему, получаете удовольствие, когда у вас душа летает. Классно. Итак. Спасибо. Всего хорошего вам. Спасибо, мне чуть-чуть не отпустило, чуть-чуть есть небольшая боль, но я думаю, там просто нужно доработать потом на семинаре или на индивидуалке. Хорошо. Приходи, потом там подправим. У тебя защемление просто там должно быть еще. Да, у меня защемление. Угу. Надо поставить, потом придешь. Угу. Наполни просто.
Я хочу, чтобы все так облегчение такое чувствовали, люди как бы верили. Супер. Ну, все, мне тогда кажется, таких, как вы, единицы. А? Таких, как вы, на Земле единицы. Нас вообще всех по одному экземпляру. Мне кажется, вот есть такое понятие, как бы единицы на каждую какую-то, на Азию, на южную там какую-то часть планеты, там еще что-то. Ты это откуда знаешь? Не знаю, у меня так внутри чувствую. Это честно, это правда? Ну, логически. Потому что это правда, такие, да. Они их называют, я читала, чистильщиками. То есть чистят. Бог таких посылает и целует в лоб. Так что вы в лоб поцелованы Богом. Спасибо. Поэтому пусть Господь бережет вас, защищает втройне, вдвойне, там, в десятерне вашу семью. Спасибо большое. Так. Классно. А вот это вот очень интересно, потому что про это немногие знают. Это да? Прикольно. Да, это немногие знают. Я про это вообще молчу. Мне кажется, это такое, знаешь, но, чтобы своего эго не раздувать. Чтобы узнали. Но это есть, да. Ладно, больше не буду много болтать, еще что-нибудь не то скажу. Ладно тогда. Ладно. Давай, дорогая, пока. Давайте, пока. Давайте. Пока. Пока. Все. До встречи. До свидания, до встречи. До свидания. Так, давай я завершу, а потом...